Привет! Сегодня я впервые познакомился с кинетическим песком. Вот такой вот набор купив, складная песочница. И сразу решил записать видео, поскольку был просто поражен, насколько классна эта вещь. Может быть, конечно, многие из вас знают уже, что такое кинетический песок. Ну, наверняка, но вот многие, наверное, все-таки и не знают. Поэтому и этот набор... Складная песочница очень-очень-очень круто и вообще прям вот очень положительные эмоции. Оригинальная фирма Kinetic Sand, да, которая выпускает этот песок. И вот у меня набор данный, да, складная песочница по-русски называется также. Данный набор, чтобы построить замок с королем, королевой. В Европе 20 евро, ну по акции, да, 35 евро примерно цена. Ну в России примерно так же. Выглядит все это классно, да, сам песок, конечно же, первый раз, когда я с ним знакомиться, выглядит супер. Ну и сам набор такой здоровский, его можно взять с собой, переносной вот такой вот чемоданчик, и посмотрим, что ждет нас внутри. Итак, у нас вот такой вот переносной чемоданчик, можно его брать с собой, можно играть дома, да, многие, кто не знаком с песком, в чем смысл этого песка, вот так вот он раскладывается, да, и с одной стороны можно строить, с другой, собственно говоря, видеть результат своего строительства. В чем смысл этого песка? Я тоже был удивлен. Вот выглядит он как обычный песок, но по ощущениям он достаточно приятный по ощущениям. Но посмотрите, он как будто бы вот двигается, да? Непонятно, из чего он сделан, но вот такое вот необычное ощущение, да? Первый раз сегодня я только сам попробовал. Но в чем плюс? То, что он не клеится к рукам и очень-очень-очень хорошо с ним делать самые разные формы, и сегодня ребенок был наш просто в полном восторге, ну и я, соответственно, тоже. Очень много всего построили, вот у нас такой набор, чтобы построить замок, да, спросите вы, как уже его построить, очень легко. Кстати, вот по квартире у нас он разбросался, да, пока строили песок, ну вот основную массу можно легко собрать, но остальное придется пропылесосить. Итак, у нас в комплекте, смотрите, есть королева, есть король. Сейчас посмотрим, как они выглядят, да, вот у нас есть вот такая вот лопатка, ножичек, и далее у нас есть формы для строительства, очень классно строить, не сравнить с обычным песком, очень легко получается, даже вот двухлетний ребенок без проблем смог справиться с этим набором. Здесь у нас башенка, стены строить, замка и, ну, и кирпичная стена. Итак, как же все это работает, друзья? Очень просто, просто и супер просто. Песок можно докупать, я видел в магазине, обязательно это сделаю. Разных цветов он есть. Вот так вот засовывается он в формочку. Ну, давайте покажу просто, просто хотя бы увидеть, насколько он легко, да, насколько легко. Вот можно подровнять, например, чтобы было ровненько. Насколько легко он выходит из формы. То есть вот стоит так положить, поднять, ну и вы видите сами, да, результат. Вот наша королева. Очень просто и очень-очень интересно с помощью него лепить в домашних условиях, да, не прилипает к рукам, лепить самые различные фигурки. Итак, вот так вот у нас можно почистить ножичком, чтобы ровненько было тоже. Если хотим... Ну и все, смотри, как легко он выходит, то есть просто положили, и все, такая сложная фигурка готова. И вот есть у нас кирпичная стена, с помощью нее производитель предлагает нам построить замок, и вот посмотрите, как легко все это делать. Ну да, развалилась у нас принцесса, ну давайте королева, короля мы чуть попозже еще раз сделаем. Давайте, потому что стояла, наверное, на наклоне. Вот так легко у нас выглядит кирпичная стена. Да, можно также соорудить легко замок, да, сейчас покажу вам, как выглядит в этом наборе, очень легко. Сегодня много-много-много раз мы лепили эти стены, выглядит очень классно. То есть вот забиваем так форму, и получится просто наверняка и у любого ребенка, просто вот так вот положили и готово. Ну и вот производитель нам предлагает 3 стены построить вверху башенку, либо 4 стены в лесу вверху башенку, тут уже кому как угодно. И вот так легко одну на одну кладутся наша конструкция. Так вот, необычный по ощущениям, но приятный, абсолютно классный этот кинетический песок. Очень-очень меня сегодня удивил он. Вот так вот легко, смотрите, как легко, не как в обычной песочнице, можно у нас
делать самые разные предметы. Итак, ну и башенка сверху дополняет нашу конструкцию. Вот, здесь у нас формы, их можно докупать, самые разные формы. Ну, я думаю, мы обязательно будем это в будущем делать. Вот так вот можно построить башенку. И далее можно, допустим, построить также пару стен. И очень-очень легко это делать. Любой малыш справится уже, в принципе, с 2 лет с этой задачей. И вот так вот кирпичная стена кладется. Так, ну вот сейчас, да. Что у нас еще можно делать? Еще можно самые разные формы, да, вот, например, производитель предлагает нам в инструкции, да, например, здесь положить песок такой, как дорожку, где будут стоять король с королевой, сделать. Ну, видите, он такой, как зыбучий немножко песок. И можно потом, например, вот кирпичной стенкой другой стороной положить плитку, да. То есть вот такие также возможности у нас есть. Ну и давайте еще раз короля с королевой все-таки поставим. Может быть, чуток прижмем, да, поплотнее. И вот так вот легко. Да, ну пока я их поднимал, конечно, немножко повредил. Наша королева и король. Ну, в общем, очень-очень много всего можно сделать с этим песком. Вот так вот поднимаем мы, и король наш также... также готов. Ну вот, стоять ему тут тяжело. Такой песок у нас немного зыбучий. Ну вот, на ровной поверхности все выглядит очень-очень неплохо. Здесь на нашей коробке показаны примеры, да, что можно делать. Король, королева, замок, крепость, очень много всяких разных вещей, да, и вот можно плитку класть, ну и все, что я, собственно говоря, показал. Классный набор, с собой брать, дома играть, да, такой вот заменитель песка, написано, с натуральным песком содержит. Складная песочница, кинетический песок, выглядит очень-очень супер, да, отлично, как сказал, сегодня первый день с ним познакомился, но впечатление просто замечательное, я думаю, мы дальше будем играть в этот кинетический песок дома. Всем спасибо. Пока-пока.